297 моих комментариев. Где-то здесь ПО должно быть. Вот. И вот это мои комментарии, и оно другим шрифтом, и отчеркнуто. Это не относится. Но на сегодняшний день, почему нет проповеди? Патриарх Кирилл вернулся сейчас с поездки и говорит, состояние церкви духовное развалины. Вот, вот, надо менять тактику, выходить на перепутье. Сколько, как? Сколько вы книг? 38. Так, а здесь все написано. 38 книг. Так, отдельно положите. Здесь одна книга есть, которую предупреждает, нам нельзя давать, ее сразу уводят. Это 300 поэтов России за 300 лет. Ты немецкий принес? По определенной вон тематике. Немецкий. Она где? Немецкий. Да? Что? Немецкий говорит. А я показал. Иногда спрашивают, как можно такие книги издать сегодня. Их невозможно издать. Вот этот переизданный Новый Завет только 2000 экземпляров завалил за миллион. Я пока издавал 8 лет, 19 раз цены повысились. Это невозможно никак. Спрашивает, а кто спонсирует? Вот ответ. Посмотрите, пожалуйста. Кто спонсирует? Вот, три строчки. В это дело задействованы такие силы, люди, кому попадают книги, они понимают, это единственное, что нужно. Президент какой-то компании. Посмотрите. Малышка. Так, все выложено? Так, теперь это посмотрим, сколько. Thank you.